Всем привет, с вами Рэйвен, и сегодня мы продолжим играть в игру под названием Science Row Get Out of Hell. И надо кинди, что ли, поиграть немного. Вообще, я побегал немного, пособирал блоки данных. Надо что-нибудь вкачать. Увеличивает скорость при суперспринте, да. Полет, что здесь? Эффективность. При парении меньше расходуется выносливость. Самое то. Второй взмах тоже нормально. Мгновенно восстанавливает 25% вашей выносливости, когда вы приземляетесь после полета. Тоже хорошая вещь. Позволяет совершать более высокие прыжки и более мощные взмахи. Ну и ладно. Все вкачаем. Что можно. Остальное. Скорее бы мне 4-й уровень, чтобы по стенам бегать. Потому что иначе это вообще нереально. Прыгать. Так, что это? Ладно. Пока я вкачал все, что можно. Силу призыв, так. А улучшение, что у нас? Это оружие. Бонусы. Стоп, что? Обменять расплату на 35 блоков душ. Это мне 35 блоков, надеюсь, дали. Так. И все. Я более-менее летать хотя бы тут научился. А то вообще нереально было. Неудобно. Ну да, выносливость вроде как меньше тратится. Так, корабль. Пиратский какой-то. Помогите черной бороде. Где борода-то? Нет ее. Да вообще не вопрос, где мой ствол там. Да они быстрые какие-то, мне надо что-нибудь другое взять. Вообще, я такой снайпер. Что это? А, деньги. Да вы можете помедленней, ребята. Они там... Дырки, что ли, в корабле проделывают? Или что это? Ну, мне же лучше, они, по крайней мере, не бегают. Что это за молот? Да они же бегают быстро. Стой! Я их схватить не могу. От чего они умирают-то? Так, а ну идите сюда. Все, а вот еще. Его грызут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Да ничего. Они еще лезут, что ли? Сейчас раскидаем их. Умри! Да он, похоже, вкусный, они его грызут и грызут. Все. Что за команда? Призывы. Теперь вы можете призывать темные сущности, которые будут сражаться на вашей стороне. Бесов, что ли, этих? Что мне дальше? А, все, конец. Так, ладно. Шекспиру? Где Шекспир? Глиф рядом, что за глиф? Он тусит, что ли, тут? А тут диджей местный. Я сейчас всех перевалю. Кто там целится в меня? Умрешь сейчас.
Генка-то тебя загрызет, сейчас где он? Гена, грызи. Ёма. Давай. Да чё ты этих дрищей-то послал? Я их сейчас раскидаю. Направо и налево. И это все. Так, вначале демонов надо вальнуть. Я же прыгать могу нормально. Я и забыл уже. Грызи. И это все, на что ты способен? Его-то как убивать? Повиси. Нормально. Растаптывание. А, ну это и в четвертой было. Че обучаться-то? На. Thank you.
Я промажу. Так и знал. Какое там задание? Стреляйте в темного подстрекателя. Сначала топнуть, а потом стрелять. Нормально. Кто там следующий у нас в списке? Влад. Так, супер спринт. Ну, скорость, да, надо увеличить. Полет. Взмах. Три взмаха будет. Это вообще отлично тогда. Так. Третий, надо четвертый быстрее. Уменьшает перезарядку, больше бесов. Ну вот больше бесов нормально. Да хотя у меня блоков полно, надо все вкачать, что можно. Зачем жлобиться? Перезарядка тоже. Расстояние. Увеличивает урон. Так, а тут я могу что? Способности. Быстрее спадает дурная слава. Сопротивление огню. Это нормально. От лавы будет меньше урона. Все, в принципе. Идем к Владу. Теперь мы быстрые хотя бы. Что за глиф? Здесь что ли где-то что-то? В другую сторону. Может, наверху эта штука. Ладно, улетаем. Что это? Ха. Надо бы приземлиться. Оп. Чтобы опять взмахи были. Что за Влад? На отдельном острове живет. В тюрьме он. Это тюрьма. Ну хотя раз это ад. Вставай, Влад. Так, где наш молот? Бум. Ладно, лучше ствол.
Да, это слишком жестокая тюрьма. Где он? Надо вот снайпу сейчас взять и зарешать. Снайперский. Ну ладно. Заморозка. А, понятно. А, рядом с врагами надо было. Я их так валил. Все, я закончил твою тренировку. Да. Может, наверху где-то? У меня еще нет четвертого. Жаль. Тоже все вкачаем. Ой. Я ее не хотел врубать. Что за дела? Где я, сундук-то? Как-то его нереально найти. Так, где? Это же эти.
О да, они в аду. Не, ну это естественно, после всего, что они делали. Кто пальнул? И чем? Чё, вообще что ли берега попутал? Вот я вообще снайпер. Попал, я думал не попаду ни разу вообще в него. Ты умирать вообще собираешься? Вас как-то тут много. Особенно вот этот мне не нравится. А ну уйди от меня. Стоп, надо спрятаться. Надо взять что-нибудь получше. Вот это. Надо было сразу ее брать. Что это? Заряд. Камень. Я кидаю камень. А, он закаменел. Я думал, просто урон будет какой-нибудь наноситься. Да, мне бы еще попасть. Улетел. Переполох. Почему у меня всегда ножи берутся-то? Что это за фигня была слева?
Остановись. Забор, говоришь? Да тут не особо-то много заборов. Так, это жив еще? Да остановись. Тут уничтожать-то нечего, по сути. Вообще. Вот эти. Как их там называют уж? Убирайте. Ну и где все? Где там танки какие-нибудь? И способности использовать не могу. Да остановись. Во-во-во. Вообще нормально. Бахнул всех. Я не наберу 500 000. Требуется больше машин. Проиграл. Ну, в смысле как? Нет, я золото набрал. А я думал, я не успел, только серебро. О, четвертый, вот, теперь бег по стенам я могу вкачать. Ура! И по лаве еще. И выносливость меньше теперь расходовать будет. Дела-то в гору идут. Ладно, все, хватит уже тратить мне эти блоки. Ну вот больше бесов, если только. А тут что у нас? Ладно. Проходить дальше мы будем уже в следующей серии. Ну а пока всем спасибо за просмотр и всем пока.